Konuştum. Evet, şu topu yine alalım. И у нас главное, чтобы две шашки остались. Что мы можем рассмотреть 6, а 3 вниз. Посмотри. Пятый. 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 Пят
очевидно, что все. Ну, давай я почитаю, а ты покажешь. Айра такой супер, что... Шашек, а нет 7, да? 12 очков. Вот это вот надо. 3 очка. Как были 3 очка? Да. Как бросок поменялся. Как у нас бросок теперь? 11. Давай посмотрим. Уже пограничная. 56. Пограничная. Ну что делать-то? Ну я думаю, потом пойдет. Но мы можем кинуть по плохому, и я обрадуюсь. Ты не хочешь в одну пару так и все? Нет, ну просто... У него просто очень плохо. Просто очень ноудабл. Это ноудабл? Да. Нет, это, я думаю, что это... Нет, вот, потому что у нас сколько? 60? 61-66. Это точно да. 61-66? Да. 61-66. То есть у нас... Нет, 66, 7 минут. Нет, то есть у нас 42 и 15. 67. 66. Сколько это процентов? 5 от 61? 66? Нет. Он просыпал 27, это будет 26. Нет, 5 очков, сколько это процентов? Вот 61, это меньше, чем 10%. Это 8%. Ну, если видишь. Плюс у них не очень хорошо распределение. Хотя бы там очков 8 я кину, а он там 6, да? Переобъявлял 100%. Ты видишь будущее? Ну я знаю, что перекидаю просто. Thank you.
3 литра. Нет, нет. Да. 4 на кровать просто. Зачем он был? Просто мне нравится, что они с плитом. Да, сюда, да. Ну не видно, но да, ну тут даже больше всего. Просто вот этот ход, мы два, да, сыграли? Да, два сыграли. Этот ход не раз из-за того, что у нас мы создаем одну проблему. Одна проблема, вторая проблема. Да. Но ты согласен, что эти две шашки здесь не нужны для опоры? Потому что... Нет, просто это как вариант. Нет, ну... То есть первый вариант все четыре. Попробуй все.
Потом мы убираем проблему, убираем и проблему. Нам нужен складный, который будет на киброс. Но нам нужно идеально. Да. А здесь мы играем что? Два раза сюда. И что у нас остается? Нет, вот. Ему не он сейчас должен. Ну, у нас будет ход. При этом. Согласен. Лучше там или так, это ничего не идет, смотрим только домой, да? То есть 3-4, то есть или вот вот третий или пятый. Я все-таки 8-5 составляю. Зря вот. Нет, ну хорошо. 3. А вот так, мне кажется, криво. Ну как? Так еще хуже. Ну? Так еще хуже. Нет, вот эти две шашки стоят не... Почему? 6-2-5-1. Они стоят не а как гармонично. А как дырка? Пятый пункт, он самый важный. Ну, ты видишь, вот так шашки стоят гармонично, в позиции. Вот дырка остается. Дырка остается? А там остается вот... Не могу даже подумать. Нет, да? Так и не сейчас. Ты хочешь вот так? Да. Да. Наш. 52. Нет, считай красный. Да. Я тебя отмазывал, я говорю, что вы бывает обычно. Много ходов ты на букву так сначала. То есть нам нужно какое-то количество бросков убить, чтобы кинуть хороший, да? Еще морсы у нас есть. Морсы есть, это у нас. Но ты еще тут. А так мы как бы неудачно просто разбудимся до этого. Так, а что у нас? 2 очка. Вот смотри, я вижу плохого. Я не буду давать кубку, когда я вижу. И когда очевидно. А давай один раз пьем. На этот узел очень мало. Немножко таким дорогой. Сибимер очень. Уже страшнее. Может быть, что ты правильно. Сейчас мы можем покупать. У нас уже больше атаки. Больше атаки. Плюс все души. 1-1, 2-2, 6-6. 5-5 очень хороший, 4-4 отлично. 5-1-2, 1-1. Сразу говорю, их не идеально, что он
Бать Божий, ты так и говори, ну ты правильно, Серёжа. Не, подожди.
горло. Ну что, одного? Да не знаю. Поймал, 5 минут. Когда я отсюда ушла, я только сюда не знал. Да. Я Тима, а как отправить вот этот матч? 4. Там один просит, говорит, а ты не просто. Проще. Ты его сюда не присылал? Группу или нет? Вот этот Тимур один. А, это по руку. Ну ладно, не заморачивайся, нет, то просто это. Тебя сюда поставить. Вот сюда. А, не сюда. Нет, я думаю, сюда на сетке. Сюда надо. Дали нам шанс. Это нам дали шанс. Я просто...
4, один, то же самое, двойку закрываем, 4, 2, 6. Не хочешь ей? Алексей, а магазин? Тогда вот эти, чтобы контакты, да? Если он пойдет, то я обратно. Коннективить. Нам просто, знаешь, неприятно заглазить такие. Ну, Доду понимает. Мы уже... Мы же не будем закладывать. Программа делает так, по-моему. Да, можно. По счету мы можем сделать. Не пожалуйста. Сразу посмотрим. И тоже отлично. Отлично. Перехватывает инициативу. Полностью. А что мы выиграем от этого? Это дает сюда, а этот дает еще. Мне кажется, что... Она очень... Возможно, рискнуть 8 хитами, дом не смертельный. Нет, а много ли мы получим от того, что... Шашка стоит здесь, если они в нас не попадут. Прибыль мы еще лучше, чем вот этот. 8 кипов мы ставим, ладно. Thank you.
Продолжение следует...
На Гибралтаре я к нему приеду. Давай подумаем. Мертвый? Мертвый, понимаешь? Если бы Ку был не мертвый, да? Уже я два раза проиграл. Но мы проиграем только... Будет 4-2 или 4-4? Да. 80%. Сколько у нас? 1-1? На Гибралтаре я к нему приеду. Но я не верю, что 3-1? Надо Ку брать обязательно. У меня 6-0, потому что они один выиграл. Такой осел был, что кинул два раза подряд. Зар нет памяти, а? Ты просто кинешь, и произойдет какое-то событие. Либо 4-2, либо 4-6. Вышел по механику, падает еще куда. Давай 6-0. А смысл? А чего не возьмешь? Именно из-за этого мы... Давай я сильно. Вот если бы шашка была в шестом поле. В шестом А вы отставали на 18. Зачем ты принял? 12 очков. 12, но еще плюс 0. 128 на 100. Ну это чисто. 4-1, 4-2. Так стало бы сразу 4-1, а тут 4-2 еще возможность побороться. А тут лишь 6-0. Так, максимум не сразу. Я вот из-за этого не буду так играть. Ничего страшного. Честно, из-за этого не буду. Ну, обычно я всегда так играл. Пошли. Куб уже, игра кубом сюда упростилась. А можно вот эти вот и до конца. До конца. У него там зацепочка.
еще лапшатку себе, которую я обычно люблю. Да, извините.